just calling to say I...
got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I love shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to cloud nine. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a sound bite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Всех приветствую на нашу сегодняшнюю трансляцию микрофона Ави, и это Киберлига. Краски турнир у нас будет проходить краски Counter-Strike 2, Dota 2 и League of Legends. Лучшие геймеры групповой компании Ротелекома сразятся за самые популярные киберспортивных дисциплинах. Демонстрация своих навыков, как и в классическом формате 5 на 5, так и в динамических матчах 1 на 1, либо 2 на 2. Турнире выходного дня. Основной турнир у нас пройдет по классической системе. Приготовьтесь к захватывающим баталиям и эпическим моментам, ведь здесь решается судьба чемпионов. А я хочу вам также напомнить, что у нас по CSGO 2 принимают участие 23 команды, Dota 2 24 команды, и по LoL принимают участие 8 команд. Ну что, дорогие друзья, сегодняшняя у нас встреча будет Best of 3 серии. Всего лишь один матч, и пики уже в самом разгаре, так что недолго думаю, давайте сразу же к ним будем переходить. Ну что же мы здесь уже можем наблюдать такого интересного? Команда Патриархат против команды Николас Кейдж. Вау, давненько я не видел, конечно же, этого актера, но очень хорошо, что все-таки кто-то о нем все еще помнит. Что же у нас имеется по драфтам? Патриархат забирает себе тролля Акса, Худвик и Шэдоу Демона. При этом всем ответочка от команды Николас имеется Таск, Мирана и Сэн Кинг. Да, интернешнл уже прошел, Мирана показала себе довольно-таки очень хороший, на самом деле, персонажем, как на керри-позицию. Но, к сожалению, мало кто смог все же данного героя реализовывать. Ну и Таск. Таск, конечно же, с новым обновлением стал действительно каким-то прям супер-пупер машиной. То есть очень мобильный, очень хорошо может помогать команде. Но даже в таких случаях, когда, ну, все кончено и ничего делать нельзя будет. И еще и забирают Дума. Но, я так понимаю, это краски контра-патруль Варлорда. Да, правильное решение сделали, что забрали Акса и тут же взяли тролля. Все-таки Акс — это прямая контра троллю, против него сделать довольно-таки очень тяжеловато что-либо, только если взять какого-то определенного героя, который будет сейвить тролля в этом случае. Но Doom — это, как по мне, самое лучшее решение. Но не забывай, что имеется, может, еще и Shadow Demon, который тоже сможет подсейвить в крайнем случае. Так, что же у нас по банам? Давайте быстренько пробежимся. Патриархат забанили у нас Пака, Queen of Pain, Оракла, уже не будет какого-то моментального подсейва. Также забанили у нас Дрю Рейнджер и Кунку. Размышляет уже у нас по поводу последующих банов, уже предпоследних, по сути. Ну и Николасы. Забанили у нас Виндрейнджер, ДК, Урсу. Так мы уже еще отправляется в бан Луна, Медуза и Снайпер. Да, довольно-таки интересные баны на самом деле. Львиная доля все же именно керри позиции 1 и 2. Только вот одного саппорта, по сути, у нас-то и забанили. Если так можно все-таки пообращать внимание по драфтам. Так, забанить решили Сларк. Решили вот таким образом сразу же от него избавиться. Неприятным способом. 10 секунд. Дайер gets the ban. Ну это уже у нас последующие баны.
Stones уже здесь имеется. Забанили по итогу Борфинга, при этом довольно-таки очень мало времени остается, всего лишь 22 секунды, при всем этом, что у парней остается еще и Last Pick команды Патриархат, которым, как бы, ребяткам все-таки хотелось бы реализовываться, как бы, начиная с такого хорошего, отличного преимущества в самом начале матча, условно сделать уже, как будто бы можно было бы 1-0, и уже как-то разыгрываться уже на второй карте. Ну, как бы, я не утверждаю, что у нас так, в принципе, и будет, просто говорю именно за преимущество в этом случае. Ну что же, забанили Лину, прекрасно понимают, что Патриархат не хватает добрать только мидера. Конечно же, интересно, какой здесь мидер вообще смотрелся бы намного бы профитнее, намного бы лучше здесь. 10 seconds. 5 seconds. Radiant knows just who to pick. Snapfire. То есть, что у нас получается? Медовый Сен Кинг. Четверка бабка. Тройка Doom. Таск пятерка. Мирана первая позиция. Ну и Патриархаты. Чем же у нас на это будет отвечать? Слушайте, на самом деле тимфайт у Николас Кейдж довольно-таки очень ощутимый. Это невзирая на то, что, во-первых, имеется такая затычка, как в виде того же Дума. То есть такая кнопка просто заюзывается на тролля, и тролль просто банально на определенное время просто отключается из файта. Ни ульту, ничего абсолютно сделать и не может без этого. Вот. А плюсом также сверху это Мортикиз Ассен Файр, также Эпицентр еще от Сен Кинга, который довольно-таки очень сильно будет бустить по файту. И забирают Тоу Деваура. Это, кстати, очень хороший выбор против того же Дума. Ну, неплохо, на самом деле. Очень даже неплохо. Пики максимально неплохие, в принципе, что и сверху, что и снизу. И только, в принципе, вопрос по реализации самих героев. Как получится, собственно говоря, разыграться у нас. Сейчас мы это будем и Alright, get ready. Так, ну что же, а мы с вами, дорогие друзья, стартуем. Первая карта, let's get it. Кстати, что самое интересное, выход под смоками от обеих коллективов, но как-то максимально друг друга они так обходят, ставит сразу же у нас вардецкий на клифчик, как будто бы можно было даже и сюда вард поставить потенциально, вот на этот клиф, но мол, кстати, сейчас еще очень так неплохо занять позицию у нас на хайграунде, и при этом, да, действительно, прям подрасслабиться. All right, gang, 30 seconds. Бэтмен, зацепили, будет продолжение. Хороший подкоп сразу же под боим героя. Там еще Эра у нас неплохо залетела. Сейвит у нас Shadow Demon как может своего кора. Плюс также еще и Астрал. Но Бэтмен приходится кушать еще и Free Fire. Но по итогу все-таки его забирают у нас. Сплэш. И в итоге это 1-0 в пользу команды Николас Кейдж. Неплохое начало. Да, ШД попытался засейвиться его мидера, но уж слишком много дэмэджа. Разменяться полноценно не получилось у нас. Ну и вот, пожалуйста. Итак, что у нас по итогу выходит? Аудвар будет ставить у нас на миду против Сент Кинга.
На той будет стоять у нас Акс, понятное дело, против Мирана и Тусика. Там уже у нас Худвинг начинает потихоньку уже подтягиваться на топ. Ну и на ботами будет стоять у нас Тролль при поддержке Шедл Демона против Снайпфайр и Дума. Ну и понаблюдаем. Потенциально Пабч Зараки должен тут хорошенько... Ну, для него не сказать, что прям уж такой сложный лайнапинг. То бишь, апнуть второй, третий левел, когда поездом появится ШД в двоечку, то те же топорики в двоечку, и потенциально можно будет разминать Дума. Либо Дума, либо Снэмфайр. Да, в принципе, одного 4 брони, у другого 5 брони, но... Я думаю, это не такая уж большая проблема. То, что самое интересное... А, вот, что... Я почему-то думал, что именно на голду выберет все-таки любители у нас многие думчики обузить денежки с тем же Мидасом. Ты, условно, ты закупаешь 3 брейсера, если там какой-то лайн довольно-таки очень тяжкий, и ты продаешь за 90% его стоимости. То есть, по сути, ты в деньгах никак не теряешься. Ну и старый добрый Сенкинг, куда же без него? Руки прочь. Я предполагаю, что, конечно, вот мета через СК мидл еще будет очень долго. Ну, я думаю, до определенных либо нерфов, либо вариативности данного героя. Как ни крути, ты можешь этого героя и на третью, и на вторую позицию выставлять. И для тебя это абсолютно никакой проблемы, ты и нет в этом. Так, где у нас на топе? Мирана, кстати, по крипсату не так уж и... Все отлично, всего лишь 3 на 1. Хотя того же тролля не очень, 5 на 3 всего лишь. Единственное, конечно, сейчас кто у нас вырывается вперед по крипсату, это у нас О2 в 11 на 3, ну и 9 на 2 у того же Сенкинга. Зажали у нас белочку, туда же еще и привязочка, неплохо. Если агро, агро нет, у которого левел у нас имеется горелочка, неплохо. Отлично, это как по мне. Сноубол, ну и в принципе отступают. Разминули крас-крас уже с двух саппортов. Нету Arrow, нечем продолжить, неужели будет до конца? Ну, липов-то нету, липов-то нету. Я думаю, были бы липы, возможно бы до конца пошел бы за Худми. Хотя это нерационально, умирать, пойти за пятую позицию, когда еще рядом Акс находится. Ой, слушайте, а PvP же до конца, но это немножечко кор Мирана. И, ну, как бы крипов не особо лучше на этом фоне отдавать. Так, фармится у нас... Средники. На него и отправляли, еще оформляются у нас отводики. Видно, что он тролля плюс-минус уже так неплохо у нас прохарасили. Второй левел имеется, практически уже имеется у нас третий уровень. Ой-о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 й
5 функций, возможно, здесь у нас папич Зараки. И даже стики его здесь не спасли. Вроде бы, по сути, не сказать, что довольно такой прям тяжелый лайн сам по себе, но... определенное отличие явно у нас имеется. Да, Confirmed Blade имеется, земля имеется, также имеется еще и двор. Но в этом случае, в принципе, я думаю, все даже неплохо. Постоянно, кстати, мисклик неприятный. Ну, обычно, конечно, да, вкачивает Inferno Blade всего лишь в единичку, но бывает в двойку, и она постоянно с ней просто подходит, харасит, подходит, харасит, ну, периодически дэмэдж, он всегда очень хорошо смотрится на этом фоне. Так, что у нас здесь интересного? В принципе, здесь пока что ничего особо не происходит, Брейсер появляется на Аксе, какого-то выхода в какой-то ВГ нету. Но как будто бы здесь пайпа прям очень необходима. Все-таки вот эти два героя, Sand Kings Epicenter и Mortar Kills и Last Fire, ну, очень много будет наносить дэмэджа. Он не подстанился, что это как? Бодиблок, очень много дэмэджа в себя впитывает. Шедевр уже тут как тут, но... а до 3 хп всего лишь остается у нас у тролля. А у ШД заканчивается мана. От Фойса всего лишь только 2 крипа получается. Хотя, кстати, очень важные 2 крипа, это и знаменосец. И преждевременно еще и крип дальний, который дает очень много экспириенса. На топе. Разминули к тому же еще и Акса. Но, кстати, хила у него нет. Желательно бы какой-то хил заказать. Там имеется сноубол и шорты. Очень неприятно будет зажаться в этом моменте. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И зарашат. И просто пойдут и зарашат, да.
Разберу Рашот, пусть такие крипы подошли поближе, и по итогу не так уж и много дэмэджа получили от Один Таура. При этом сейчас еще и 0-9 будет пострадать, у нас у него нету на шарик, он только сейчас появляется, шарик, хорошо, кратки, 3000 от Ферноблейда, и по итогу 0-9 спасается бегством отсюда. У Зря уже имеется вторая смерть подряд, и по общей ценности у него все большие-большие проблемы, всего лишь 1500 общей ценности у него имеется. Это очень печально, причем Doom очень неплохо так начинается сноуболиться у нас на самом желании, у него имеется уже 4,5 левел. И 2500 общей ценности. То есть, по сути, топ-1 в сравнении с ним идет тот же условный Сын-Ки. Ну, они плюс-минус так друг другу, знаете, уступают. Витёк, три бруска не забывай. Так. На бедовом товаре топ-3 нетворд. Также Сын-Ки плюс-минус. Ну, на самом деле, все отлично, кроме Акса и Тролля. Насигнучка это вторая, третья позиция. О, первая и третья позиция. И по силушкам богатырским это очень сильно может потом сказаться. Вот и фейзы на Аксе появляются. На самом деле, неожиданный, как по мне, билд. Редким случаем, да, вообще апается у нас тот же условный ботинок. Нападение, большие проблемы. Сноубол, эру, как же вовремя Акс все-таки загрел 2х, сюда еще и подтягивается Олд Бабр. Хорошо, ультимативно залетело. Тузика все-таки будут, должны будут доедать, зацепили еще и... Зачем он здесь остался, непонятно. Да, его желудь добьет. И по итогу отличный ганг от Фэтм получилось у нас. Очень даже не дурно. Седьмая минута, руны экспириенс. Кстати, что самое интересное, саппорт Рейден собирает две руны экспириенс. Они вот сейчас очень хорошо могут бустануться у нас по XP. Тут почти уже добудет. Сейчас у нас уже пятый. Тут еще и Дум сюда подтягивается. Нет, к сожалению, никого там подсейвит. Да это и не важно, он забрал руны экспириенс, а абсолютно другое не важно. Да, постоянно довольно-таки оживленная дота. Нет такого, что просто банально стоят, фармят себе спокойно. Ой-ой-ой, кстати, а сейчас можно было бы забрать Боудвару, почему? А у него мана не особо много есть. Какая досада. Это был бы сейчас такой бы фрифраг на Олдвабре. 250 хп. Ты просто подбегаешь, встанешь и даешь хвостом тычку. Обалдеть, не встать. Unlucky. Я слышу Doom. Doom. На белку? What? Господи, бедную белочку. За милую душу. Ну, что-то как-то Хасту по итогу Сын-Ки особо реализовать да и не смог. Хотя у него потенциал был просто невероятный, но вот не уследил за маной и по итогу... Ну хорошо, 0-9 как бы заберут, но это саппорт всего лишь, это мелочь. Если бы он там, не знаю, он мог его Д убивать, он мог бы того же тролля убивать, который, ну, просто ух, хп фармится, ребята. Ну, такое должно наказываться. И причем обращаем внимание, что... Ну, ладно, Олдвар выходит довольно-таки такой жадный. Ну все, ну ОД слишком уже здесь перенаклеил. И его не должны будут 100% уже отсюда отпускать. Прилетела печенюшечка и фраг забирает нас Тусик. Данилевский. Ну, слишком уж нагло, слишком уж долго он фармил. Если в первый раз просто у Сын-Кига не было мана... То вот на дальнейшем... Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Не очень. Да, снапки появляются арканцы, мартиркис нас имеет. Слушайте, так это потенциально... Ой, слушайте, нужно как можно быстрее, по итогу-то погибнет. Нет, не хватило! И горелка его не добьет. Вовремя. Как же вовремя здесь оказались саппорты. Очень хорошее понимание карты команды Николас Кейдж. Прям вот чувствуют карту вдоль поперек, где парни должны оказаться и в каком моменте.
Хэппи как потенциально еще этого фрага, еще и засейвили Мирана тому же. Ну что же, 10-я минута, счет 2-9, 6К уже приветствует ведет за командой Николас Кейдж. И дальше больше. 5500 вообще ценность имеется у Дума, но у Дума прям очень шикарное начало. Прям без вопросов. У него уже, я так понимаю, это Valve Discord уже к нему подъезжает. Да, это уже подъезжает к нему Valve Discord. Решает все-таки собираться здесь не через Hand of Midas, как обычно бывает, чтобы усилить свой фарм-потенциал многократно. Но, в принципе, думает о том, что ему и так будет достаточно. Господи, не знаю, аж с Надуми захотелось сегодня поиграть. Так. Мидас готовый. Конечно, запоздал, но это с условием двух смертей. Ну, хоть что-то, как говорится. Немного и немало. Шадем? Все еще не менее не имеется у него демоник пурш. Уакс до блинка. В принципе, осталось немного, чисто голдена бы еще нафармить. Там тем временем за счет ультимативной дума забирает тролля. Папича это уже у нас третья смерть подряд. Ну, я не знаю, троллю будет очень уж тяжеловато возвращаться в эту игру. Ну уж очень тяжеловато. И пока что у вас пик полноценный свой не получается окупать коллективу патриархата. Хотя, отомстили за своего шедем, забирают у нас нефайр, но опять. Хотя серия 4 убийств, 416 голды. Довольно-таки очень вкусно, как по мне. Ладно, это хороший бонус. Очень хороший бонус. Тут же у нас покатушки. А сработает. Ультани! Ай, сработала все же сетка по итогу. Unlucky. Как такое возможно? Но тут, конечно, чрезмерная наглость. Так, у Акса все еще не хватает даггера. Нужно дождаться даггера. Еще 200 голды не хватает. Где-то просто под шумок. Надо дофармить и уже дальше выдвигаться. Подвязали, ускорили. И до свидания. Отлично. Опачки, а тут уже и блинк у нас появляется. Ульта, ну дума-то и не было. Но ты попробуй еще пробить такую махину. Нужна срочно телепортация, где же команда? Команда только сейчас уже начинает подбегать. Дум просто его соло уничтожает, сейчас главное уйти. Блинкаут. Ай-яй-яй. То есть даже под ультой тролля собой какого-то дэмэджа просто банально не нанес у нас. И даже без ультимативный дум. Он отправляет свои сдачи, забирая уже в четвертый раз первую позицию команды Патриархат. Да. Все, именно так и происходит. Так, а тут же можно под блинк даггер. Хорошо, затаймили. Ультимативная и... Взрывается белка на раз, два, три. JT. Ну, JT просто отсюда отойдет. Блин, к тому же еще появляется Кингс. Решил у нас без Bloodstone фаст рашить. Хотя у него когда не такой уж плохой топ-2 нетворс. А тут же команда выходит под спаками. Как же они душат? Как же они его душат? О, еще и Arrow. Ну ребята. За что так душить? На за что? Перед владыкой. Параллельно еще раз, два, три стака. Энч, что можно будет параллельно зафармить? Я не знаю, как будто тролль уже не вернется в эту игру. У него имеется 3700 общей ценности и... Вопрос спорный, когда он сможет как-то себя уже здесь проявить, уже еще и цепляет у нас Олд Девауэра. Ну, я не знаю, не выживет в любом случае, но хотя бы Сэнкинг удается забрать, это тоже хороший бонус при этом всем. Олд Девауэр хотя бы себя разменял, это уже неплохо. А на развороте подтянуть 0-9, нет? Ой-ой-ой, какой агр, сразу же по двоим героям, Мирана погибает моментально. У Распач, конечно, был заюзан, но, к сожалению, уже довольно поздновато. Дум накидывается на Акса, сейвит на Shadow Demon. Под замедлением находится у нас, у Дума, кстати, сейчас будут большие проблемы. Дума сейвит при всем этом, но Акс отправляется в таверну. Тролль, противник Т1 Тауэр, будет все-таки как-то пытаться кого-то забить на развороте. Какая шикарная сетка сразу же по твоим героям. И, походу, это камбэчная, троллю нужен фраг, там
через секунду откидаешься уже у дома и дом. Отсюда отступает полноценный таск, уже идет полноценный размен. Хотя подождите, дом возвращаться решается. А много ли хорошее решение? Тут же еще и эпицентр раскастовывается у нас. И в итоге подловили своих оппонентов. Хорошо, а можно дальше? А можно дальше? Как зацепить еще и Удваур? Можно ли? Ну хп довольно маловато. ОД, ОД по итогу погибает за эту ошибку. Но еще должен погибать еще и Удваур за это. Да, погибает, погибает у нас Удваур. В итоге... Вот так что, на самом деле в какой-то степени даже в плюсе оказывается у нас коллектив Патриархат. Уже они выбили довольно-таки очень много серий убийств. Очень хорошо ворвался у нас Акс. Сразу же вырубил у нас Мирану, не дал вообще ничего сделать. Ну и 2300 на 1000, 300 на 2600. Вот, то есть бишь по XP так немного ребятки подкомбэчили. Но вот тролль ничего не заработал, это самое печальное. На топе. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Кстати, пробежал бы сюда, он бы, возможно, бы еще уходил на блинке. Не хватило. Killing spree. Looks like Radiant's top tower is getting torn down. Probably. Radiant's top tower. А вот долгожданный уже Бостоун собирается у нас на Сентинге. Так. Зацепить не зацепили, но 09-го заберут. Так, под ускорение зацепить с помощью шартов. Нет, вот, и полноценно не получается, и просто банально отступают у нас. Так, Мирана развлекается с троллем. Тролля все еще есть ультимативная способность. Тут липы закончились. Закончились липы, и вот же. Ультовать, ультовать, ультовать. Тут же моментальная сетка у нас организовывается. И до свидания, Мирана. Наказали? Наказали такую чрезмерную наглость. Не ожидал здесь видеть Акса, но хотя на карте ничего не видно. То есть, что видит Дайер у нас? Дайер видит вообще по минимуму здесь. То есть, вартов каких-то нету у нас здесь, и это было абсолютно неожиданность для них. Ну и, как бы, очередная ошибка от Мираны. То есть, 3-3-4, когда, как бы, такое себе. Просто то, что, в принципе, лайн был довольно-таки фришный. Никто ничего тебе особо-то и не делал, но как-то по игре очень слаба у Мираны позиционка. Очень тяжеловато ему как-то либо здесь... Постоянно подставляется. А там уже БКП скоро будет еще готов у нас на доме. Ну и наконец-таки молнии что появляется у тролля. Это хоть какой-никакого уже наконец-таки разгон будет появляться у нас на этом герое. Ну, при слове 5 смертей я даже не знаю. Это еще, конечно же, чудо, что у них все еще какие-то вышки остаются. Так. До конца подфармить нас не получилось. Подкопали. Ну, ШД, как бы, ладно. Можно и погибнуть. Хотя и вроде бы имеется стики, но и без этого спасается. Ой, точнее, его погибает. Дум уже имеет 10-300 общей ценности. Ну, подшивы под БКБшка будет очень классно смотреться здесь. Нет, появляется уже у Мираны. 18 минут, конечно, поздноватенько, как будто бы на полторы минуты. Но с учетом трех смертей это еще неплохо. Вот, и надо бы уже БКБшечку собирать у нас. Почему помаленько уже Удвар начинает уже окупать свою Hand of Midas. Бичблэйд появляется, дальше блин БКБ, как будто бы БКБ бы здесь смотрелось намного лучше. Все-таки как ни крути, есть в кого инициировать. Hope Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. Итак, Николас Кейдж решает все-таки подпушить нас два таура на миду. Но при этом желательно бы пойти бы и забрать Барашана. Как ни крути, 12к перевеса общей ценности очень сильно сейчас должна ощущаться. И должна быть какая-то ответ. Но подождите, Патриархат как будто бы хотят навязать свой файт.
А вот он, блин. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Just keeping it loose. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Radiant's middle tower just got smashed all to hell. Ну что ж, хотели сейчас пойти и забрать у нас вражеский гнимшар. А не нагло ли это? А не на... Ох, сюда бы сейчас бы Оксана, сюда бы сейчас Акса, господи боже. Ульта от Олд Дебаур залетела, но вот он и минус того, что нету БКБшки. Хороший агр, в итоге Снэйфайр отправится у нас в таверну. В первую очередь отправляется у нас именно Миран. Но что самое интересное, довольно-таки очень маловато ХП остается у Сэнкинга. Сэнкинг выживает, но вот Акс отправляется в таверну. Ну вот о чем я и говорю, что как бы ОД ворвался, классно, круто, но все, на этом его сказки заканчиваются. У него нету БКБшки? Нет БКБшки? Я не знаю, вот этот блинк как будто бы можно было сделать после БКБ. То есть все, он получил контроль по лицу и до свидания. Ну а тролль, понятное дело, все это время фармил, ему вообще не до этого файта было. Ну, у него Яша молния, что он сделать может? На самом деле, за место бы с Инжин Яши я бы лучше бы БКБшку начал бы собирать. То бишь, Яша, окей, разгоняет тебя по фарму, но БКБ здесь как будто бы необходимо. Прям вот кровь из носу, но необходимо. И знаете, что самое интересное? А, во-во, все. Молчу, я хотел спросить. А где же Йола против Акса? Эй, вот он, пожалуйста, на Снэйфайр. БКБшка еще будет очень даже не скоро. Два брейсера. Надо бы и третий, как Бабок учил. Я приму твое подношение. Нахуй Сен Кинга. Ну, неплохой лук, который под смоками, под свежий вардецкий. Глиммер Кейп, и Агнем Шарт, наши дышки придется у нас потихоньку маленько. Так, а тут уже у нас потенциально Шива почти готова. Еще 1100 не хватает у нас золота. И это может, сейчас уже скоро можем взять 15-й талант. Я думаю, если прав будет выбираться талант. Причем до этого он ничего не вкачивал. Не магии. Ну, да, он так уж много дает, хотя БКБшка молниеносно прожимается. Какой-нибудь бы подсейв был бы неплох. Думаю, успевает все-таки заюзать свою клавишу на Олд Деваура, при этом всем помогает своему коллективу и по итогу забирает первую и третью позицию. Размен только на одного плейера. Не самые лучшие шарды, которые можно было все-таки здесь подзаюзать, но сплэш уже оформляет у нас трипл килл. Возможно, тому же еще и будет квадро. Как же много дэмэджа, мисс! Нет, молния все же залетела. Это ультракилл для сплэша. И это потенциально уже покупная БКБшечка. При этом зарабатывает 1200 золота и 2000 почти 100 экспириенса. Неплохо, неплохо. Но тут все же Аудвар сумел забрать этот стрик. 1100, но это окуп. Это, понятное дело, это того стоило все-таки. 1149 голды на ровном месте зарабатывает. При этом еще и соло экспириенс заработал, что самое важное. Но вот и нюанс первый. Ну, как сказать, первый такой небольшой. С тем, что если Акс не врывается на Мирану, то Миран начинает просто уничтожать все и вся. И по этой как раз причине размен на самом деле хороший получился. То есть Дум, по сути, пожертвовал своей тушке, вовремя еще активировал БКБшку, прекрасно понимал, что в эту же секунду будет у нас заинициирован файт. В засаде находится у нас два героя. Тролль сразу же решил отступить. Как будто бы сейчас кого-нибудь можно будет зацепить. Или нет?
Ну, в смоку находится у нас патриархата, готова к файту. Патриархат. Так, Сноубол не успевает, у него ничего, или чей полудами находится, но он поживет какое-то время. Да как же он сейвится? Как же он отлично сейвится, он зачем-то решил подойти, по итогу это минус 2 саппорта, так же как раз у нас эпицентр от ВКБшка начинает нас дум наваливать, ШД по итогу отправляется в таверну, тролля просто крутит в его лах, особо дэмэджа у нас и не наносит, и в итоге... Размен вырисовывается 2 в 2, при этом 2 саппорта на саппорта и кора. И дальнейшего продолжения у нас не организовывается. Все же все остальные у нас решили отступить отсюда. Но вот Акс находится в авангарде, и его сейчас могут зацепить даже здесь, если под него вообще будет какая-то информация. Но видно, нет, ничего нет. И по итогу, что у нас в плюсе оказывается? В плюсе оказывается как раз команда Патриархат. 1800 золотом, 4к экспириенса. Очень даже недурно. Подождите, файт даже продолжается. БКБшка на Удваура активируется. Ну и нужно бы отсюда отступить. Думаю, все-таки ультует у нас в Удваура. Дэмэджа нету. И в итоге еще дополнительный минус у нас имеется. И плюс еще и максимумы забирают. И по итогу это минус 5. Размен только на двух саппортах. И для JT это еще и серия убийств. Еще 1800 золота сюда, монетка. Ну что же, парни, может быть, уже пойдем Даршана заберем? Надо бы забрать брать Даршана. Не, ну все-таки спел какой-то... Ну, спел, скорее всего, этот порежет, потому что рендж очень уж сильный. Даже спальца на верхней руне, как будто бы ее дум не увидел. Ну что же, попытка зайти на ХГ. Так, подкопали, отлично, сразу же моментально зафокусировать не получается. Акс, как же шикарно врывается в этот тимфайт. Ну, в итоге тусик всех абсолютно сейвит. Вот и погибает, сразу моментально выбивается два байбека. И, походу, сейчас Гудвинг отправится у нас сразу же в таверну. Нету байбека у двух героев. И, по итогу, тусик опять отыграл просто великолепно. Сразу же моментально подсейл своих двух коров. Причем это было сделано без блинка. Просто на третьем спыле он это сделал. Хотя Акс шикарно ворвался в этот файт. Чуть-чуть не хватило, чтобы подсейвить дома. Чуть-чуть не хватило. Ну и БКБшки. Тоже не хватило, в свою очередь. При этом всем Doom даже не был потрачен. То бишь, ну, потратили вообще по минимуму кнопок. То есть Mortar Kiss потратили у нас, и ульта от Мираны, все на этом. Ну что ж, парни, Николас Кейдж, надо бы продолжать дальше у нас запушивать, что там у тролля. Ну, тролль с Энджин Яши ничего не сделает в файте, поэтому я говорю, нужна хотя бы БКБшка. То есть Яша, БКБ, погнали файтиться. Погнали драться. Как львы, как мужчины. Как истинные спартанцы. Блудстоун, Юла. Ну, вот они и пользуются этим моментом, что нет БКБшки на Акс, нет БКБшки на тролле. Их просто, ну, круто вертит в этих Юлах и все. И ничего особо делать не получу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Unlucky, переиграно. Очень неплохо, даже и не дурно переиграно, на самом деле. А, Акс хочет выбить очень быстро Егиду? Бы не особо хочет он этого делать. Но гид пропадет через 2,5 минуты, а вот и 3 уже пало. Хотя подождите, зацепили у нас здесь неплохо. Агр не самый лучший атакси, за это еще и наказывать их будут. А туда же и пациент, туда же еще и Mortar Kiss, да, Снэпфайр, печенюшка, Худвинг проезд от Аверну, два героя без байбека. Оказывается, тролль все еще нет в этом тимфайте. Не знаю, как будто бы, ну действительно уже нужно просто банально брать и прописывать good game. Да, Doom выдается у нас по Удвавру, но это особо его не спасет, потому что что? Правильно, байбеков нету, это минус 4.
И это... Ну это ГГ, и тут ничего ты не сделаешь. То есть, ну, тролль запушил ты два тавера, а дружище тебе сейчас... Ну, снесут две стороны, а возможно еще и трон съедят заодно. За компанию. А не... Ну там-то два стоит, как будто бы можно было бы в трон парням. Нет, не хотят. Хотят сыграть более-менее аккуратненько здесь. Ну, я не знаю, процент минимальный. То есть, ну, 3% всего лишь дает Dota 2 на победу коллектива Патриархат. Увы и ах. А вот и Блинк на тусике появляется. Там еще и Аганим скоро уже будет включаться в эти файты. И потенциального либо Акса, либо же того же тролля под ультой. Может быть просто брать и выпинывать стратосферу. Ой, там еще апнутые ула. Дополнительно поставили для самого же Сан Кинга. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. Okay, fine, you can look, it's kind of funny. Ooh, that's live. Ну и потенциально, что у нас вырисовывается? Last fight будет сейчас уже на хайграунд. Если патриархаты не отбивают это нападение, то, в принципе, можно, ну, действительно идти на экс и пытаться разыгрываться в следующей карте. Я как бы напоминаю, что у патриархата был еще и last pick, как бы потенциально можно было с этим как-то пытаться играться, разыгрываться, но, к сожалению, мы видим обратную здесь ситуацию, когда БКБ нужно было как можно быстрее, он фарманул Blink Dagger зачем-то. Так, а достов у нас нет. Достов нету. Зацепили у нас здесь Думчика. Думчика будет для него продолжать шифатиться. БКБшка не прожимается. Прожимается Шива. И тоже БКБ прожимается. Файт немного подразделился. Вот она и БКБшка на троллей. По итогу файт разделяется. Большие проблемы сейчас будут у Дума. Но Дума банально не могут пробить у нас. Дума, половина хп остается. Нужно подсейв. Какой же можно? Ну, очень много клавиш потратили на этого Дума. Очень много потратили клавиш. Хотя дальше продолжает файтиться. БКБшка прожимается, Агр сразу по троим героям, тут даже его другие раскасовывается, Акс пролез отверну. И БКБшка заканчивается на удвар, нужно как можно быстрее все-таки отсюда отступать, раскасовывают тут еще и эпицентр по двум саппортам. Погибает Худвинг, погибает Олдевар, погибает Шадл Демон, и в итоге выживают еще три героя команды Николас Кейдж. Да уж, но Дум слишком долго жил Дум. Потенциально было неплохо, что тролль изначально как-то отрезал львиную долю оппонентов от основного файта. Но в итоге с этим ничего делать не получается. Команде Патриархата не проигрывают первую карту. И 1-0 в команду Николас Кейдж. Отлично, отличная карта, дорогие друзья. Ну, мы с вами уходим на небольшую музыкальную паузу и ждем уже второй игры.
gonna say I... Looking for a way.
I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I love shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to cloud nine. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a sound bite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it down. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Stand under my umbrella. Ella, Ella, ay, ay, ay. Under my umbrella. Ella, Ella, ay, ay, ay. Under my umbrella. Ella, Ella, ay, ay, ay. Under my umbrella. Ella, Ella. Итак, что ж, дорогие друзья, мы с вами переходим сразу же на вторую карту. И можем уже сразу же приступать к разбору драфтов. Команда Николас Кейдж забирает себе Снэфайр, Паджера, Луну и Кентавра. В свою же очередь Патриархат забирает себе Лайфстилером, Слардаром и Снайпером. Уже как минимум такая, знаете, проглядывается уже комбинация. Это минус армор, плюс под Лайфстилера, отсюда еще и Венжел Спирит, дополнительный минус армор. Вот это интересно, кстати, решение. Все-таки, как по мне, довольно-таки очень бронированная, что Луна будет у нас в будущем. Но все-таки он ловкач, как ни крути. Плюс также толстых героев довольно-таки будет проще пробивать. Ну, Стиллер всегда был хорош против силовиков. Это прям очень так неплохо будет смотреться. Ну и пошли у нас уже баны предпоследние. Так, что у нас вообще имеется по банам? Николас Кейдж забанили у нас Виндрейнджер, Урсум, ДК... Сен Кинга и к тому же еще Лундрида. Ответочка у нас от команды Патриархат. Это у нас Оракл, Пак, Таск, Мирана, Интерверна и Queen of Pain. Это, конечно, интересное решение. Ну да ладно, пусть будет. И в этом случае у команды Николас Кейдж имеется Last Pick. И тут, конечно же, ребята могут воспользоваться как угодно. То бишь, я даже не знаю, на самом деле. Так, да, собственно говоря, Кентавра взяли, то есть какого-то уже Тимбера не получится здесь всунуть. Как бы хорош был против того же Лайфстиллера, против того же Слардара. Так неплохо мог их пробивать чистым дэмэджем, срезая при этом основной атрибут именно силу. То бишь, по хпшке ребятки бы очень сильно бы страдали бы у нас.
Radiant gets to ban. Забанили Вайпера. Окей, ну да, Вайпер здесь был бы крайне неприятен. На самом деле, в этом вот сетапе для Патриархат, хотя для них был бы намного лучший вариант, но не самый такой наилучший. Как будто бы какого-то другого здесь можно было бы взять мидера, по типу, не знаю, какую-то даже Лину, допустим. То бишь здесь Лина мидова через ручку, под минус под ВФ террором, под Кровь Хейса с Лордара. Ну, смотрится как будто бы действительно даже неплохо. Вопрос, конечно же, про реализацию, как вообще ребятки хотят дальше задрафтиться у нас. 10 seconds. 5 seconds. Десять секунд, команда Патриархат остается. Right, в итоге забанили Эмбера. Вот так вот решили. Ну что же, какой по итогу мидер у нас залетит сюда? Не знаю, мне Лина здесь очень нравится. Лина как будто бы здесь так даже очень неплохо бы смотрелась по сравнению с минус арвором, который имеется в команде Патриархат. Хотя, возможно, даже снайпер пойдет у нас на мидл, кто его знает. 5 секунд. Radiant's turn to pick. Лина. Да, это все же будет Лина. Ну, в принципе, кто был прав? Конечно же, комментатор был прав. Читает эту игру, как свои пять пальцев. Ten seconds. Five seconds. I'm Cave Johnson. Who is ready to defend? It's time to choose. Who's going to defend those ancients? Очень жирный драфт, на самом деле. Очень жирный драфт. Как бы да, с другой стороны, Слардас, Крази Хейс, но при всем этом тут очень мало героев, которые такие тонкие. То есть тут очень сильно по хпшке будут они выиграть. То есть потенциально у нас имеется 4 силовика. 4 силовика, и всех их надо как-то Слардару, Славсиром их порвать в клочья. Тут не знаю. Парни, что мы надрафтили? Здорово, парни, как дела? Скорую! Right, get ready. Пушка бомба сейчас. Какой же они зоне, а это вообще. Ну что же. Выход под смоками обоих коллективов. При всем при этом, как будто бы сейчас у нас будет такой интересный тимфайт. Погодите, подождите, подставили. Еще один стан туда же полетел, неплохо. Тосик туда же. Рейдж прожимается, ну и отступают. Хотя, подожди, Слардар врывается прямо в гуще событий. GHG довольно большие проблемы. Отличный хук у нас дается по снайперу, поэтому все-таки First Blood отправляет за команды. У нас Николас Кейдж. Да, потеряли даже своего героя Тюника, но при этом все равно он вернется с полноценными ресурсами. А вот тут файт дальше продолжается. Слардар большие проблемы. Слардара будет все-таки тоже отправлять верно. Тоже еще проблемы у меня смеется у Паджера. Размасовал здесь как можно. Хороший стан от Лины в итоге по двоим героям. Но и Кентавра тоже. Ну тут до конца. Тут просто до конца уже будут сражаться. Драться, дробовик мимо. Да как же так? Ну и без этого справляется на раз, два, три. 0-9 тоже отправляется верно. Флэш совершает серию убийств. Но хук, к сожалению, был промах.
И что же у нас по итогу получается? Сходу зарабатывают домики очень много золота. А что если фаш? Что и Луна 500 голды просто уже на ровный месте зарабатывается. Плюс хороший стан. Разобраться как-то с Худжом. Хук через секунду. А как-то потянуть время, Хук Рома. Ну что же, уже неплохой, так скажем, стартовый пак имеется у команды Николас Кейдж. Очень хорошее начало. И погнали смотреть. Вот так что, в миду будет ставить у нас Лина против Тиника. В ботом будет ставить у нас здесь Луна. Я так понимаю, при поддержке Паджера против Снайпера и Слардара. Ну, кстати, уже покупают. Я такой в Резбенд, я так понимаю, уже летит у нас. Да, в Резбенд, я подвести сюда, Чиназес. Ну и на топе будет ставить у нас Кентавр вместе со Снефайр против Финги и Лайфстикера. Ну и посмотрим, как ребята у нас справятся. Так, Деварник у нас занимались, ребятки. Трансвета. Раздаватели свой кемпик. Плюс параллельно чьи-то получили маленький кемп. А сентри нету. Неопытный. 0-9 обычно всегда по 2-3 сентри ты с собой тащишь. И просто берешь и воюешь за эти два кемпа. На постоянной основе. Еще один стан залетел у нас. Такая прожарочная. Ну, кстати, аспект не самый наилучший или саппорта. Прохарасили лайфстиллера. Ну так, неплохо ему. Немного литов отредактировали. Рейдж как инрейдж. По сути, он взял аспект лайфстиллер, то бишь из-под любого контроля можешь моментально прожать эту клавишу, и за контроль тебе же будет тяжеловато героем. Тем временем ботами у нас сбирают снайпера. И для сплэша это уже на секундочку киллинг-спри. У него 3-0-1 уже имеется. Вот секундочку, открываем общую ценность и видим, что 1800 золота уже у него имеется. То есть сейчас Луна получает просто какой-то невероятнейший сноуболинг здесь. А тут еще и королевский хук по Слардару. Стан мимо. Максимус на 3 хп остается. Ну и лучше бы лишний раз больше не подставляться под хуки. И филигранные у нас. Ну, Аджик пока что себе полноценно окупает здесь, в этом случае. Но уже вторая минута, 5-2. 1К перевес по золоту ведет за командой рейди. Ну, это что такое? Это как? Это хороший файт получился у нас. Мимо хук, мана нету. Мана. Оттенок уже у него есть. Вот и вы понимаете, да? Ну, такой сейчас Луна просто начинает сноуболиться. Уже просто с первых минут. У него уже ботинок имеется в рейсбенд апнутые стики. Это слишком жирно для такого героя. Так, мангусы, центричок имеется. Так, 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 так. Еще опс ставится у нас. И опс моментально вырубается. Ну, тут не хватает прям буквально чуточку, чтобы эти два центричка у нас обнаружить. И в итоге все оказывается у нас в шоколаде. Так, борьба за лотос. Борьба. Спокойненько сейчас Луна здесь заберет у нас лотос. Ему никто не помешает. А здесь остался вот такой интересный вардец, потому что в эти времени забирают у нас курьерчик Snapfire. А там был на стике и ларец. Неприятненько, но два брейсера у нас имеется, имеется лота в кармане. Так что ничего страшного. Почему парня Клавсилер начинает шапать свой левел? Также у него появляются два брейсера, ну и какие-никакие все же кусочки да, от кентавра отрываются у нас. Хотя у того тоже появляется брейсер, имеется апнутые стики. Так что хабригенки, ну как минимум, хватает. 11,9. Регеном. Дабл эйдж, неплохо. Тут же прожил. О, слушайте, а можно? А можно, можно, можно. Почему? Почему? Есть лотос, дробовик, двоечка. Потенциально фраг на лайфстиллере. Ребята, ребятушки, ну как-то так. Не уверена, не уверена. Парни сыграли здесь, конечно же, ну ладно. Все-таки сами выжили, не поставились. Еще и двойная пачка, два дальника. Но тут надо ломать эту пачку, потому что кентавр получает слишком уж много золота. У него уже 15-9 имеется крипстатинг, 12-0 пока что имеется в данный момент у нас у лайфстиллера. Ну и лайфстиллеру здесь не очень, как бы сказать, и весело. Как дела у нас на ботэме? А вот он и хук королевский. Синий 5 левел, Лина тоже 5 левел у нас имеется, 21-4, 21-2, как будто бы прям очень наравнение. Господи боже, как же Тосик много сносит хп. Тосик уже в тройку вкачан, 240 дэмэджа, но как будто бы прям больно очень сильно здесь, и потенциально можно было бы даже какой-нибудь, подождите-ка, на Тосик маны не хватает, хотя 4 маны, ай-яй-яй-яй-яй, кочков нет. Слушайте, а сейчас, кстати, он может добить его спокойно.
Ну, нет, он за баунти пойдет, он не будет подставляться. Там еще и параллельно... Вон там забрали параллельно. Снайпера забрали, хук. Чуть-чуть запоздало был хук немножечко. Не сумел по таймеру. Это форт. Ну что же, накрываем общую ценность и наблюдаем такую картину. Топ-1 Networks. Луна. Отставание на целых 600 голды. И это на самом деле довольно очень ощутимо, чтобы Луну еще нужно попытаться догнать. Я вижу, там уже мега убийство оформляется. Ой-ой-ой, добить. Ах, как хочется, добить, а ботинка и нет, а тут ПТ-шка есть. Ай-яй-яй-яй-яй, уже мега убийство. Как флеш кайфует. Винган-то по времени погибает. Ну, даже не пытаясь как-то лосьер убивать. Кео уйдет спокойно из-под контроля. Даблэйдж по лицу. И до свидания. Да, даблэйдж уже, кстати, вдвое кач, но не так уж много дэмэджа. Нужно тебе постройку заиметь. Ой, тоже сразу же еще и три брейсера подстанили. Даблэйдж. И добивает, и добивает. Да, кентавра тоже потеряет. Но, в принципе, это уже и не важно. Она не забрала лосьера. Первая задача была выполнена. И при этом... Лестлер не получил экспириенса и не золото. Ну, золото чуть-чуть там получил, но не экспы. Так, сейчас кентавр прилетит на фулл хп, фулл маной, и может быть дальше, скажем так, кайфовать. Небольшие нюансы, конечно, фармы тоже имеются. Да что же ты будешь делать? Все, мы только переворачиваем, мы только переключаемся на ботом, там уже на топе забирают на свингу. Как так, парни, зачем? Зачем? Куда вы торопитесь так? Боже мой. Так, Финик останавливает себе фулл хп, фулл ману, да снайпер забирает на ботом, тут же Эклипс раскастовывается у нас. Но как будто бы нет, как будто бы нет, или да, маны нет. Можно было, кстати, как будто бы кларетку сразу бы Луне отдать было. Так бы потенциально бы и забрали на Стардара. Но это и не важно. Кстати, очень редкое явление, когда на что левеле вкачивает вообще у нас Эклипс. Ну, как бы ладно, окей, 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 окей. Господи, а вы понимаете, когда у этого молодого человека появится Филактерия? Ну, игра на этом закончится. А что делать будет с такой луной, ребята? Топ-1 Network, то бишь у него на пятой минуте будет либо 6000, либо 5500. А это очень сильный показатель. Вивинга. Винген надоел. Стоит на топе, вырисовывается выход у нас под мидлейн. Ребята, вы пробьете точно Тинника? 1300 хп плюс имеется аирндропы. Как будто бы это нереально. Первый стан полетел, хорошо. Туда еще и можно и лагуну всыпать у нас. Гречечка, тосичек. И по итогу еще и печенюшка сейвит у нас. А тут еще и можно будет хук какой-нибудь заюзать. Хорошо, минус винга. Тини выживает на 150 хп. Ну и поэтому уже отсюда никто и не откусит. Хотя ресурсы... Мордеркиз! Раскастовывай! Давай, молодец! Молодец! И вы... Ну, это безвыходная ситуация была. И в итоге это минус 2. И выжил Тини, как я и говорил. А вы точно ли сумеете его пробить, ребята? Да уж. Ну, то, что снайпер, конечно, прилетел. И импакт от этого много и не стало у нас. Ну, два брейсера. Я вообще не понял прикол. Два брейсера зачем? Зачем, для чего, непонятно. Стампед проюзывается, хотя забрать номер 09, который только-только недавно нас погибал, и в итоге пятая смерть. Хотя бы нейтралом. Я выжил, а ты нет. Увы, увы. А тут, дружочек, у нас и дисмембер. Пока что на данный момент абсолютно какая-то беззубая затея от команды Патриархат. Не знаю все-таки, насколько файт в начале очень сильно зарешал. Кентавр, кстати, походу погибает кентавр, да. Тепаут, но тут Лина. Тут Лина и Лагуна Бэй, до свидания. Кстати, зарабатывает фраг. Камон, камон. Ну ладно, тут я бы три героя заставил перетянуться. Ну, двоих героев заставил перетянуться. Это то, что... А,
пушится дальше активно. У нас два вышечка. Остается уже половина здоровья. Где у нас катапульт? Ну, как я и говорил, уже 5200 мит с общей ценностью у Луны. То есть по фарму этого чемпиона все отлично. Пятая минута, ну, почти угадал. Ну, чуть-чуть на пару секунд, типа на 5 секунд немного запоздал, но 5500 общей ценности имеется у Луны. Топ-1 Нейтворс, Мом, ПТ, Врисбенд и апнутые стики. Ну, я не знаю, халяв любого кора, который в русском 10-10 имеет такой невероятнейший Нейтворс. При всем этом будет выходить через Рейдинус. Ну, почти, ну, покупать Корожен, как будто бы уже сдавал этот Корожен, вообще здесь не нужна уже, как будто бы. Видите? Выходит под смоками. Руны инвиза, тут же отличный носик, еще и дисмембер, гречка, ну и без шансов. Причем инвиз все еще имеется, который уже был заюзан. Телепортация под ботом, Луна по итогу оттуда у нас уматывает. Там вот сейчас Снэйфайр, может поставиться Снэйфайр. Снэйфайр живет, прилетает свой кентавр, там по двоим героям. Хорошо, приделал тому же еще и шрапнелька. Большие проблемы уже имеются у нас Лостиллера. Стиллер всовывается у нас в Слардара. Они пытаются как-то оттуда саботаться, говорит, дружище, увези меня отсюда куда угодно, хоть на Мальдивы, хоть в Китай. И в итоге погибает у нас кентавр, погибает Слардар. И сейчас приходится как-то Лостиллеру Соу здесь уже сражаться, но долго сражаться здесь у него не получится. И в итоге разменялись у нас 2 в 1 потенциально. Да, 2 в 1, 1100 голда зарабатывается, 1900 экспириенса и 6400 дэмэджа. Ну, абсолютно без шансов здесь было. Да, вроде бы неплохо решили так скооперироваться, как-то напасть, но сплэш оказался очень уж плотным. 1300 хп плюс 16 армора. Ну, такую махину еще попробую пробить. И плюс также еще и забирает один тауэр на миду. При этом укрепляя свои позиции. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Dire's courier has gone to that big mailman. Я так понял, это у нас магическая Лина. Хотя зачем взял то я как именно на... Все, я теперь понял. Ну, да. То есть, не знаю, Лине надо бы выходить физ. Физ Лина. Физ Лина была бы здесь намного лучше. Блин, появляется на тени, и сейчас пойдет карнавал у нас. Сейчас пойдет карнавал. Когда у Тинника появляется блинк, это потенциальные фраги, а это потенциальный его сноуболинг. При этом всем на 12 минуте, на 12.30 появляется у нас блинк дагер. И сейчас можно играть как душе угодно. То есть без команды Николас Кейдж руки абсолютно развязаны. Они могут делать абсолютно все, что угодно. И при этом всем команда Патриархат им ничего сделать-то и не смогут полноценно. Блин, задрывала. Абсолютно мне, к сожалению, непонятен этот бьют вообще, для чего он тут нужен. Фуджер захватывает нас в арте. И свапа все еще в винге нету. 5,5 левел. Максимус выходит у нас под Фуджа. Ну, а цеплять-то нечем, ребятки. Ой, да ладно, ребят. Ну, вы серьезно. Раз, два, три, четыре, пять. Пять героев за ним идет. Уже на стопите врывается кентавр. Кентавр стал сразу же по двоим героям. Это уже рассказывается Мордер Гейзус. Да, пытается хоть как-то здесь сражаться Лайсиллер, но подсейл не на такое короткое время у нас снайпер. Сейчас пытается Кора отсюда просто банально взять и отступить. Цеплять больше нечего, хотя блинк появится через секунду. Не сбивает, хук не дотягивается. Оп-оп-оп, почти, добрый вечер. Так, все-таки у нас Лайсиллера забирает здесь. И в итоге потенциально это минус первая, третья и четвертая позиция. Размен только на одного кентавра. Но кентавр очень много дэмэджа в себя впитал здесь. Графики уже у нас 89 на 11. Не знаю, как будто бы эта игра не продлится больше 10 минут. Я просто не знаю, но такой шикарный буст у Луны. У него уже появляется Яша, 11 левел. Когда у Лайслера 8 и попытка выйти в Рейдинс, хотя он пытается еще и выйти в Армлет условно, то есть у него уже билд пошел не по плану. Рарес, погибает по итогу. Свап, конечно, произошел уже просто банального трупа. Но это было бы слишком уж unlucky, если еще и вы вингу бы хукнул.
Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Looks like the Dire figured out the Radiant's top tower. Перед снайпером прожимается стампит, оттуда перегруппировывается парнем, попытка отсюда как-то лассейру отступить, но в принципе не важно, они в глубь берут. Ну, с два саппортом также видели перемещение лавстидера, что он уходит в троечку, но ресурсы были потрачены. А в принципе, зачем это делать дальше? Как бы там имеется катапульта, а сейчас потенциально можно очень быстро снести Т2 на миду. Снести Т2 на миду, возможно, пойти забрать Рошана, забрать на топе Т2 выжечку и уже потенциально захватывать полное преимущество и контроль на карте, и просто банально брать и забирать своих оппонентов на хайграунде. Блин, появляется у нас на баджере, также сабля имеется еще и у Флордара. Я не знаю, но тут сплошь ошибки по реализации и по скиллбилдам. Но тебе нужен инициатор, тебе нужен Флордар, который будет в приюте этот файт делать инфест бомбу. Но по какой-то неведомой причине парни решают вот именно так разыграться. Хотя, ну... Такое себе. Достанил. Блинк. Да нет, да ну... Да, да ладно! Да ладно! Да ладно, Тиник. Тиник уже так оказался. Ну вот, у вас нет инициатора потенциального. Из-за этого вам сложно что-либо сделать. Линову магия, но... Магия особо здесь как будто бы ничего сделать-то и не может. Это какой-то условно там... Зес, либо Тимбер. Не знаю. Вот не помню. По-моему, Тимбера не было у нас в бане. Как будто бы можно было Тимбера весь спокойно брать и играть как душе угодно будет. Ну, у Луны уже появляется манта. Сейчас уже добьет последнего эндшкрипа. И можно будет уже с манты что-то эдакое придумывать по мапе. Forget I said that. Their bottom tower is in trouble. Dire's bottom tower's gone to a tower farm up north. Нашли Лину. Ой, господи, Лину снайпера. Вот он. Бордецкий тот самый, который все еще себя окупает. А, Тиник. А вот тут же еще и Хук, Дизмембер. А вот сейчас вы с блинка бы залетели бы тут двое, все. И не оставить шансов на то, чтобы забрать Лину. Я не знаю. 16 капель восползал на 17 минуте. О, я не знаю, по-моему, сейчас вот бабочка форменется и все. А, Лину просто банально не убить будет здесь в этой игре. Вроде баромет есть у лайфстиллера, что дальше? То бишь, он нафармит тот же Radiant, если просто будет АФК фармить, где-то через минуту 4-5 максимум. А, нужно драться уже сейчас. Dire's top tower is really taking a beating. Dire's scanning all over for enemies. Слушай, идут забирать у нас Рош. Хорошо, наконец-таки Рошан сейчас пойдут забирать, но тем более Т2 на топе снесли уже у нас. Снайпера забрали. Под Маджера, конечно, здесь да. Там себя решил здесь переиграть. Трех убийц было прервано. Смотрите, какой интересный гол. Нету ни одной Т2 вышки. И сейчас потенциально дождутся респауна пуджера и пойдут просто банально на хайграунд. А чего им бояться-то, вопрос? Чего им бояться? Подойти. Ой, слушайте, а тут Тиника зацепили. А нет, ну, кстати, чем разогнать у нас Тини. Типа, да ладно, да. Ай, нет, баш. Ладно, сабля себя окупила. Не, если бы, конечно, еще его нейтрал забрали, это было бы прям, ну, очень забавно. Ну, слушайте, хорошие два фрага оформили у нас, очень много золота заработали у нас тут. Команда Патриархат, но как будто бы это тщетно. Но появляется блинк на Слардаре, это уже хоть какие-то хорошие новости.
это уже какой-то потенциально можно выходить под смоками и инициировать инфест-бомбу. Графики все так же растут, но с командой Николас Кейдж. Минут мордобоя уже позади. 39 счет, 15 перевес по золоту. Луна в отрыве просто в невероятнейшем. Практически x2 отрыв по сравнению с лайфстилером. Потенциально уже можно покупать себе эти Иглсон. Ну, пока что соло нечего, хотя за место банда того же можно взять его. Так, что же, захватывают настроечку, сразу же поставляется у нас вардецкие, что полноценный вижен у них здесь имеется. Да, полностью контролят эту территорию. Ну, с катапульта как будто бы можно идти. Да, баннера нету, но в принципе ничего страшного. Вот, пожалуйста, Юлсон. Дэмэджа очень много, по 200 с копеечкой, ну и 1100 голды не хватает еще до полноценной бабочки. И тогда уже будет у нас карнавал. А теперь уже фармит у нас уже от отчаяния вражеский лес. Но, дружище, тебе уже заходят на хайграунд, да, с первой минуты. Причем, ну уж очень быстро падут бараки. Слардар. Интересно, а в курсе ли про Блинкдайер на Слардаре у нас здесь, ребята? Так, а по итогу его он даже никак не смог заинициироваться полноценно. Прожимается на бит, прожимается Эклипса, вроде бы отсюда Слардар отступает и... Слардар выживает на 130 хп. Окей, выживает? Нет, хук покоронный. Поэтому у нас дрил здесь. Тут же у нас лайфстиль решил сразиться с этой луной. Но как будто бы здесь просто ребята будут сейчас хорониться один за другим. Это уже минус 3. Будет по тому же еще и погибать у нас лайфстиль. Уже будет до конца драться как лев львиный. Но он прекрасно понимает, что это особо много импакта у нас уже и не внесется. И это... По сути, будет тимбайв исполнение команды Николас Кейдж. И это будет минус 2 стороны. А возможно еще и падут скроун у нас на этом фоне. Даже еду не сумели у нас сбрить. Ну вот о чем я и говорил, что... Что-то либо сделать Луне уже все, уже невозможно. Овер перефарм слишком сильно решает. Не знаю, как будто бы вот этот начальный флайт очень сильно им боком показался. Потому что у Луны, считайте, у него был бенд, у него был апнутые стики уже. А этого уж слишком много. Ну и коллапс на берете, ребята. Так, Стини начинает здесь уже развлекаться полноценно. Станчик, но он особо много-то и не наносит. У нас, кстати, тут самое что интересно, без филактерии играет у нас Луна. Ну, понятно, что это такое решение было, когда деньги есть, почему бы и нет. Свапнули, классно, круто, ребят, там все еще гиды имеются. Там по двоим, сюда еще и дизмембер по линии, но Лину особо это и не спасает. Я так понимаю, там еще и ВМ он решил ультануть полноценно. Зацепили у нас лайфстилера, стилера просто банально придавили тушкой Фуджа. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну все, они уже идут в крон. Они уже идут в крон. Ну, я-то рассчитывал, что... Тут, конечно, я не угадал. 23 минута, прописывается Good Game Well Played. И это поздравление команды Николас Кейдж с победы в данной встрече. Ну что ж, дорогие друзья, находим с вами небольшую музыкальную паузу. Уже ждем интервью одного из игроков команды. И посмотрим, что ребятки там нам расскажут интересного. Так, ну, скоро увидимся. Trying to forget you.
go. Didn't think you would ever believe in me. Now I see a ghost, now they're in my dreams. Do I need a doctor, do I just need sleep? Cause I've been up for almost 3 weeks. Ooh, you think you got to me. All you did was use me. Round and round we go, we go. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. Now I'm joking, I'm in looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many thoughts have stopped you. We go. Что же, дорогие друзья, вот и поздравляем команду Николас Кейдж с победой 2-0. И сегодня с нами на интервью такой замечательный человек, как JT, лидер команды. Привет-привет. Всем привет. Ну что ж, конечно же, первый вопрос, почему Николас Кейдж? А мы долго думали, какое название команды придумать, и много вариантов было. И вот решили, ну пусть будет Николас Кейдж, там набросали, все выбрали. Не, ну как большинство. Тоже легенда, на самом деле. Да. Хорошо, ладно, конечно же, лирика. Ну что же, как вообще настроение? Как, в принципе, как дела? Нормально. Сегодня вот дежурю, вот, нашел время сыграть игру. Поэтому говорю, ребята, давайте по-быстрому, там 2-0, давайте до третьей карты не доводить, все-таки нужно бежать уже. Да-да-да. Хорошо, такой вопрос на зацепку. А первое ли это вообще твое участие в подобном мероприятии? Нет. Сначала так же... Сидела на работе, пришло письмо на корпоративную почту, турнир, там был тоже от Ростелекома, только там немножко другого формата был. Вот, мы там выиграли первое место, потом ребята из команды позвали меня на ЛЧБ на замену, там мы играли на ЛЧБ в Серебряной лиге, второе место мы заняли. Тоже играл на миду, там мы свапались. И потом тоже мы зарегистрировались на ЛЧБ, получается, и там, по-моему, пятое место у нас было тоже в Серебряной лиге. Угу. Вот, и сейчас опять играю. Так, а какие вообще планы на эту ЛЧБшку? Ну, как будто бы надо камбэкать, все-таки первое, второе, как бы хорошее выступление. Не, ну да. То есть все-таки, ну, попытка все-таки как-то уже в золоте закрепиться, я так понимаю. Ну, в золоте, да, там конкуренты, конечно... Хорошие. Ну, да, там явно не слабочки. Так, хорошо, окей, как бы с этим разобрались. Вот по поводу, мне даже интересно было, вот на второй карте, в первый раз у вас как-то не особо, у вас, в принципе, получилось как бы сразу же сделать ФБшку до выхода крипов, в принципе, вышло даже неплохо. На второй то же самое. Я просто смотрю, что Луна просто имеет колоссальное количество денег, и
Вот я как предсказывал, что эту луну уже будет не остановить. Потому что я смотрю, так у него уже аптестики, у него уже имеется бенд. И как бы обалдеть не встать. Ну бы... да, мы... мы хотели вообще луну в first pick взять. Угу. То есть мы... Не знаю, мы что-то хотели... Мы подумали, луна сейчас имба. И просто пикаем ее, если она линию плохо стоит. Она просто с леса больше выносит, чем другой керри, допустим. И вот мы решили в луну еще пуджа взять. Там у нас робот, нейросеть сидит на пудже. Он все время попадает руками. Намагничивает вот, и... своих оппонентов. А, кстати, в чатике говорили, что у вас игрок в частном случае играет именно на думе. Насколько это, ну, то, что правда, а насколько все-таки пул вашего оффлейнера, ну, узковатый? Ой, я даже, честно не скажу, не, сильно не знаю его пул, вот, так он, на думе он прошлый засолил, позапрошлый. Ну да, когда он даже без ульты просто с этим троллем разбирался. Да, он такой нам говорит, вы там что-то бегаете, деретесь, а я стою на линию, фармлю крипов и убиваю еще тролля. Типа так должно быть. Окей, в принципе, вы проходите дальше, уже 1/4 финала уже позади. Вообще, что в планах? Ну, помимо того, что все-таки занять топ-1. Ой, там топ-1 сложно, наверное, будет, но мы попытаемся там. Команда очень сильная будет, я думаю. Это будет, скорее всего, Immortal Brick. Там... Два человека, я с ними тоже играл в ЛЧБ, вот, они тоже регистрировались, так получилось. А это вот они прямо... Ага, говорю, извиняюсь. Но они очень хорошо играют. Угу. Я так понимаю, победители вот всех этих встреч завтрашних по итогу будут представлять Ростелеком на ЛЧБ, я правильно понимаю? Или у вас будут игроки как-то миксоваться, там, кто занял первое, кто занял второе место? Я даже не могу сказать, не знаю. Ну, ладно, как бы ничего страшного. Ну что же, в принципе, не буду тебя долго задерживать. Хочешь что-то сказать, пожелание, там, не знаю, фанатам, там, что-то от себя еще добавить? Всем спасибо, кто смотрел. Саша, привет. Все друзья, привет. Тиммейты. Старобог. Старобог. Так, ну что же, тебе за это спасибо и желаю тебе удачи. Она тебе явно понадобится, твоей командой. Спасибо. Пока-пока. Пока. Ну, о господи, камера у нас немного улетела, но, в принципе, это не важно. Дорогие друзья, что же, заканчивается у нас сегодняшний игровой день. Да, к сожалению, это была всего лишь одна Best 3 серия, но завтра ждут нас полуфиналы и уже финальные игры. Так что заскакивайте. А у микрофона был Ави. Всем до новых встреч.